У меня есть одно очень плохое качество. Я все делаю неправильно. Дэвид, мне не нужен мужчина, который все время исчезает, потому что у него много дел. На тебя нельзя положиться. Ты принес такой красивый букет? Да, принес. Наверное, поэтому я уже столько лет торчу на одной работе. Ты опоздал на 3 часа. Дэвид, ты знаешь, я люблю тебя как сына. Я и есть твой сын. У каждого есть путь в жизни. Я просто еще не нашел свой. Дэвид Возняк, в 94-м вы стали донором спермы. Анонимно. Видимо, в клинике произошла ошибка. Что? Вы биологический отец 533 детей. Что? Это невозможно, быть отцом 533 детей. Я с трудом справляюсь с 4. Как нормальный человек может выкрутиться из такой ситуации? Нормальный человек не попал бы в такую ситуацию. У нас проблема, Дэвид. Они подали в суд и хотят знать, кто их отец. И что теперь делать? В этом конверте личные дела твоих детей. Не вздумай его открывать! Я знаю, не нужно было этого делать, но я выбрал одного. Это очень плохая идея. Я сейчас пропускаю прослушивание всей моей жизни. Иди, я тебя подменю. Ты кто такой? Я умею делать кофе. Меня уволили. Уволили? Но я получил роль. Получил роль? В День Благодарения. Возможно, это лучшее всего, что происходило со мной. Я нужен этим детям. Им нужен ангел-хранитель. Эй, красотка! Ты что, никогда девушек не видел? Ты наденешь плащ и будешь их защищать? Я не сказал Супермен, я сказал ангел-хранитель. Никогда не знаешь? Надеюсь, ты не выдашь себя. Хочешь, чтобы все узнали, что у тебя 500 детей? Впервые в жизни я поступаю правильно. Такси! Такси! Что ждет тебя впереди? Я только сейчас начал жить полной жизнью. Молодец! Она странная, непростая, но это моя жизнь. Винс Вон! Ты не знаешь, что такое быть отцом. Папочка! Я должен все исправить. Таким образом? Папаша! Папочка!